То есть мы останавливаемся на Сергии из города Москвы. Ну, я думаю, да. Это довольно короче. Конечно. Все. Мы все поняли. Женечка, Евгений. Все слышал. Прости, пожалуйста, но успех тебе, счастья, сам главное. Ничего страшного. Женя, вы пришлите нам анкету, мы вас отдельно лотом отдадим. Сережа, слышишь? Да, да, слушаю. Кнопка там как-то стоит. Да нет, вроде чуть-чуть растянула. Вот, видите, волшебство. Сергей, в общем, отдаем тебе Наталью. Давай, успехов тебе, счастья и, самое главное, береги ее. Ладно? Ну что могу сказать? Спасибо вам. Спасибо тебе, Сергей. Все, до свидания, до завтра. До завтра, пока. Пересмотр итогов парламентских выборов в России невозможен, заявил Владимир Путин. Литовинские депутаты предлагают обсудить вопрос о введении цензуры в СМИ. Подробнее об этом прямо сейчас. В Петербурге сильный